Ребята, всем привет, с вами Александр, у меня понедельник, а значит у нас новый дракон недели, это дракон-бургер, эпический дракончик, зелень, энергия, огонь, ну, получить его можно как, ух ты, ничего себе, мне тут картинки вроде были, дым плюс минотавр, но я это барахло пока пропускаю, я все пытаюсь вывести дракона-овен комбинацией вот такой вот, синс плюс банан. Вот такая вот у нас комбинашка. Так, что у нас, ребятки, еще по акциям? То есть закончилась наша акция с казино, в которой я даже половину не насобирал. Казино это жесть. Не знаю, вообще-то, кто-то ее прошел полностью. Это надо посмотреть, наверное, у Редса, да? Если кто-то и мог пройти это полностью, то это он. Не знаю, правда, нужен ли донат для этого, не нужен, чтобы пройти эту акцию, никогда ее полностью не проходил. Да, ну, скажем так, три четверти проходил. Так, теперь у нас идет очередной этап, это битва с боссом. Да, сегодня понедельник, да? Да, понедельник. Что-то я как-то привык, что в пятницу акция начинается. Ну ладно, в понедельник так в понедельник. В общем-то, ну вот я прошел полкруга. Немножко задерживаюсь, но не сильно. То есть 4 круга своих я точно пройду. Ну, больше вряд ли. Так, также акция вот это появилась, участвуем. Ну, тут ничего такого особенного нет. Так, нам нужно вот это барахло тоже выполнять еще. Так, интересно, когда появится легендарный дракон? То есть вот эта вот чаровница, как бы, она где получается? Не совсем, не помню, короче. Что у нас здесь? Божественный, божественный, божественный. Блин, ну ни черта не видно. Ну, кто так строит? Кто так строит? Вот это что? Это, ну, корни это в самом конце можно получить. Так, ладно, давайте пойдем. Я забыл в прошлой серии, короче, пооткрывать сундуки. Вот, насобирал 118. Кто-то мне писал в комментариях, что нужно минимум 1200 сундуков открыть, чтобы собрать полностью Хрона Зевса, короче. Я тихонько поплакал в сторонке. Попрощался с двойник. Кстати, мы его, ребятки, сегодня и будем прокачивать. В общем-то, и попрощался с Хрона Зевсом, потому что я насобирал только... Я открыл уже сколько? Ну, почти 200 сундуков, да, насобирал всего лишь 27. 27, то есть нужно в 10 раз. Я бы сказал, что нужно не 1200, а нужно 1002 сундуков, чтобы насобирать это дело. Ну, то есть это нереально. Это нереально. Ну, хотя, может кому-то повезет, есть какой-то шанс там получить сразу там 100... 100 осколков, но все равно 100 это тоже реально не спасет. Не спасет. Потому что надо 300. Это надо 3 раза по 100. Потому что я сотню даже не насобираю. Точно. За весь месяц этой акции даже сотни не будет. Так, что-то мне как-то... Лажа все попадается. Ну, смотрите, вообще даже не попадается. Вот зато вот этих, блин, гавриков. Если бы их можно было как-то обменять, пазлики, да? Двойник. Это уже получить билет, получить дракона. Не знаю, зачем мне двойники, вообще не знаю. Они не нужны. Собственно говоря, как и билет, он тоже не нужен. С него толку ноль. Ладно, давали бы хотя бы 100 билетов. Ну вы поняли, одни двойники. Я что-то вообще не замечаю, сколько я с последних... Ладно, получу дракона. Он такой какой-то интересный. Мне как-то вообще, да, о, 29 из 300, ребята, я открыл вот 150, уже минимум 250 сундуков я открыл, минимум 250, и мне попало всего лишь 29, ну, считайте сами, да. Так, подходим к концу. 30 из 300 сундуков, 30, ну вы понимаете, да? То есть 310 сундуков на одну карточку получается.
То есть надо даже 3000 по таким подсчетам. Так, с этим разобрались. Давайте откроем здесь целых... О, 3 карточки попалось, да? То есть, короче, чудо случилось. У меня еще таких сундуков тут. Четыре, ничего себе. Ну, короче, ну, может, за 2000 собрать можно. 35. Но точно не за 1000. Тридцать шесть, ребята, ничего себе. Из 300 почти, да? Почти 300. Вот и все. Потратили мы, короче, все билеты с вами. И давайте будем кормить какого-то нашего нового дракона. Где мой новый дракончик? Вот наш новый дракончик. Это двойник. Не, это рунический. В смысле, двойник. Двойник мне попался. Рунический, да, дракон? Хорошо. Бейл, прикольный. Кажется, рунический дракон создан по какой-то сверхтехнологии. Да, это Протос. Из другого измерения тренер может только догадываться, на что похож его родной мир, ведь дракон не говорит. Партизан. Энергия плюс земля. Да, вот такие вот у нас стихии. Один скриншотик. И давайте будем кормить. Вот, какое-то задание выполнил. А, у нас началось еще клановые события начались. Ну, давайте его... Тут у нас заданий таких нет. То есть следующий у нас будет лабиринт. Лабиринт, блин, лабиринт — это опять нужно ночами не спать, чтобы его пройти. Это печально. Это печально. Но лабиринт хоть какой как-то попроще пройти, чем вот эту вот фигню с рулеткой. Ну, как мне кажется. Так, вот еще один скриншотик сделали. И давайте глянем, что у нас там по показателям. Ну, вот так вот видите, да? 1176 атака, жизни 3800. Так, так, так. Так, шипы. Ты мне, пожалуй, колючка. Давайте колючку мы вознесем. Вознесем в статус жертвы. Колючка. Вот колючка, да? Не, а почему у меня колючка одна? Не понял. Так, сюда, сюда, сюда. Только сортировку, блин, ну ни черта не видно. Ну кто так строит? По редкости. Ну вот, две колючки перейти. Есть у меня 17 уровня. То есть последнего дракона я не могу вознести. Ладно. Значит, тут страховка от дурака. Хорошо. Я согласен. Вознести дракона. Вот так вот. Бедная колючка. Пошла колючка наша на фарш. Так, ну там у нас еще какой-то дракончик новенький растет. Все у нас по плану. Так. Вот эта штука, конечно, меня разочаровала. Я думал, ну ладно, ей, чтобы даже пользоваться, нужно иметь VIP-статус. Еще и вот этот тайм-аут в 6 часов, это полная дичь. Ну вот, в Jurassic World The Game там нет такого. Тыкай на эту башню, там сколько, минута одна тайм-аут. И вот те вот голограммы тоже тыкать можно часто. А здесь, блин, VIP-статус, раз в сколько-то часов там. Печально. Это печально. Давайте заглянем впервые в пансионат. У меня здесь два дракона находятся. Вот какой-то эпик. Ой. Эпик. Глина. Глина у меня тут находится, да? Не-не-не. Глина, глина, глина. Двигать. Глина, сиди там. А вот ты кто? А это у нас Джем. Джем тут болтается. Ну, я так немножко, как видите, купил этих, да, до миллиона дошел, да, чтобы место освободить. Так, здесь у меня есть место. И вот там вот есть место.
Так, а какие у тебя тут стихийки у нас? Энергия есть, а я тебя не могу никуда двинуть. У меня тут энергии часом нет свободной. Вообще надо, наверное, как-то... У меня все места заняты. Ну, в смысле, все гнездовья, больше я их построить не могу. Так, рубины. Смотрим, что у нас тут по рубинам. Два осталось у меня рубина, да? Два рубина. Ну, вообще, да, инвентаризацию бы сделать. Смотрите, сколько у меня вот этих вот броника. Вот здесь только три штуки уже вижу. Вот четвертый. Вот 15-й. Броня. Давай-ка мы тебя продадим. Вот, продадим, а туда переместим. Вот тебя. Ну так, немножко. Блин, это же был металл, а не энергия. Ё-моё. Ну ладно, я место освободил. Ничего страшного. Осталось найти теперь просто какого-то дракона, у которого есть металл. Вот тебя, допустим. Давайте нажмем двигать. Вот его переместим сюда. А вот этого парнишку переместим туда. Нет, тебе не сюда. Тебе вот сюда. Вот к ворону пойдешь. Так, а ну-ка, кто из них приносит больше? 2,44. А здесь 2,900. Черт, ворон приносит больше. А броник сколько приносит? Броник приносит вообще мало, да? Давайте на 17-й, чтобы они выровнялись. Ой, броник вообще 1500 приносит. Надо их продавать к чертям. Продавать к чертям, заменять на кого-то другого. Так, вот 2500 приносит. Вот это тоже неплохо, 2500. Ладно, будем потихоньку. А вот, кстати, и дракон глина, который у меня там в инкубаторе валяется. На 18 уровне 2400, они не шибко много приносят, но булава у него прикольная, похожа на какого-то дедикура. Так. Так, что у нас тут по вот этим нашим делам? Ну вот мы сейчас пойдем на колдовскую. У меня еще только вот начали духи приходить в себя. Так что давайте будем им помогать. Так, у нас есть какой-то котел. Котел. Прам-прам-пам-пам-прам-пам-пам. Ну все, пошли тогда драться. Так, кто мне здесь стоит? У меня здесь стоит лучший защитник 54 на все звезды. Факел у меня тут стоит. А ну-ка, давайте мы заглянем сюда. А вдруг здесь можно пободаться? Ну, будет тяжело. Нет, зачем? Не будем мы туда лезть. Можно и проиграть. Вот 15-15. Вообще, изи каточка. Помчались. Сорок восьмой, не беда. Так, гипноз, до свидания. 51-й. Ну, тоже не беда. Это у нас агавушка была. Так, 48-й на все звезды. До свидания. И 47-й. Тоже до свидания. Ангелочек. Очень даже изи-катка. Так, ну 55-е, так довольно сурово. Давайте мы возьмем кого? Возьмем. Миху возьмем. Блин, что-то он какой-то странный. Вот Миха слабый, как вот... Как я им сражаюсь, так он слабый. А как кто-то им сражается, так он вроде как и сильный. Лучший защитник, а ну давайте заглянем. Хотя они здесь, наверное, все будут равномерно сильные. Да. Это немножко многовато для нас.
Ого, 70-й, кстати. А вот здесь вот может быть интересно. Вот это он и был самый сильный. 70-й, да. Ну, давайте рискнем. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, нажал обновить. Нажал обновить, ребята. Ладно, помчались. Там, скорее всего, был только один вот тот 70 сильный дракон, 70-й. А дальше должно было быть что-то слабенькое. Так, 58 на все звезды, то есть этот парнишка на 4 уровня нас крепче. Значит, он сделает нам очень больно. Давайте его вот так вот разберем. Так, вот с 51-м мы уж как-нибудь справимся. Пятьдесят второй тоже разберем. И вообще изи 32-й. Ничего интересного нам не попалось. Так, и да, мы можем, кстати, завоевать и сундучок, если нам повезет. Давайте попробуем, наверное, самого слабого сейчас кого-то. Чтобы осень справилась. Вот, в принципе, должно нам это дело все подойти. Вот 16, 51 на все звезды. Ну, пробуем. Исидушка. Я так понимаю, они здесь у нас все такие будут, да, крепкие ребята. Ух ты, ё! Вот это поворот. Неприкольно вышло. Так. Ух ты, ё-моё. Так, ну, в принципе, я еще укладываюсь в это все дело. Должны пройти, мне как раз драконов хватит. А вот и все. И 51-й. Нет, конечно же, мы возьмем вот так. И вот так. Ту-ду-ту-ду. Так, ну еще один бой, и у нас будет боевой сундук. Вот, вообще будет изи катка. Будет точно изи катка. Так, 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 так. И вот такое что-то взять. Хотя, наверное, вот мы такие возьмем, побережем наше сильное усиление. Пятьдесятый, но на все звезды надо так все-таки. Пятьдесят второй. Так. Легко. И
легко. Там у нас темная материя был дракон. А чё тут все таким синеньким светится? Как будто бы я легендарный сундук открыл. 102 божественных осколка, это неплохо. О, и 9 хороших легендарных кусочков попалось. Я, вау, вообще шикарно, великолепный кусочек божественный, ребята. Это круто, но нам не хватило немножко 20 очочков, да? У меня 4 только билетика, не хватает даже на редкий сундук. Ладно, ладно. Так, давайте заглянем, знаете, куда? В осколочки, посмотрим, что у меня тут по осколкам. Вот так вот, да? Здесь сколько расходуется? 6, 10, то есть штук 15, да, у меня получится отсюда. Штук 15. Ну, да, на 2 легендарных, конечно, не хватит. Штук 15. Это маловато. Да, ну сколько за 2 года игры, да? Даже 2 легендарных прокачать на все звезды. Ну, на все. На 4 звезды не получится. Так, здесь тоже полная дичь. Это все дело. Ну, пока некого качать, ну. Потому я не качаю. Хотел. Я все жду, когда же я смогу получить хоть какого-то суперсильного божественного. Ну, с атакой за 80, чтобы его уже там колдовать по максимуму. И так далее, ребята. Так. Ну, это вроде как все. Давайте на карту заглянем. Чуть давно не заглядывал, что у нас здесь происходит. Так. Вот у нас. У нас здесь Лиза. Василий. У нас здесь. Так, кто у нас здесь? Факт. Факт Би. У нас туда забрался. Ну, ничего себе, ребята. Вы так далеко позабирались. Да. Кто у нас еще здесь? Алёша и Алкальк у нас здесь. Да, ну здесь противники мощные. 60-е на все звезды. Я сюда еще не тащусь. Ну да, они все сильнее меня. На много уровней. Мне здесь ничто не поможет до сих пор. Ну, пока я просто никого не вкачнул. Достаточно сильно. Сейчас Архангелу хана сразу, да? Ну вот и все, да. Не. Вообще, короче, и рядом не лежали мы тут. Даже гнев дракона здесь мне не поможет. Сюда нам соваться, ну, рано, да. Никак, ребятки. Ну, давайте так, для разминки тут сразимся и в общем-то, зато здесь вот с одного удара, вот это, что за ерунда. В общем-то, ладно, ребятки, кстати, а VIP-статус никак, надо сюда не влиять, может, с VIP-а можно сюда друзей взять в помощь. Так, а вот, кстати, дракон, да, которого мы вот получили, прикольно. Так, а как этого дракона зовут? Где этот дракон? А, вот он. Вот он. Это Хель. Огненная птичка. Не то. Он 19-й. Вот, это у нас Хулиган. Хулиган у нас будет следующим боссом. Ну что, ребятки, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Код дружбы 5B0F59. Так что добавляйтесь в друзья и сражайтесь в клановых событиях. До скорых встреч.